рассчитайтесь поскорей. Рассчитайтесь по порядку. Приглашаем всех зверей на веселую зарядку. Упражнение. Воскресенье, да? Или понедельник? Понедельник. Понедельник. У нас уже понедельник, погода хорошая, мы на острове. И вот сейчас собираемся отходить дальше. Перед этим снимем сеть. Молодец. Понимаете, кто-то поставил сеть браконьерную. Да, мы были на этом острове, мы ждали, что что-то произойдет, нам некуда будет бежать, придется прыгать в ледяную воду, но ничего не произошло, очень странно. Очень странно. Мы ждали. Ну, может, еще произойдет? Это необитаемый остров, кстати, на нем до этого никто не стоял еще. Мы продолжаем сплав по одной из красивейших рек средней полосы России. Сегодня планируем приблизиться к поселку Красномайский, чтобы на следующий день до 12 уже прибыть к месту, от которого нас заберет автобус. Да, на обратную дорогу мы все-таки заказали автобус. Река Шлина на всем своем протяжении, а особенно в нижнем течении, достаточно близко подходит к трассе Москва-Питер. Поэтому заброс и сход с маршрута возможны практически в любом месте. Берега реки покрыты в основном сосновым лесом. Много хороших мест для стоянки – вот одно из них. А насчет прикуса как, не думали или рано? Пять через час. Каждый час через час. Ну мы здесь, давайте или говорите в лодке или встаем. Ну пошли. Голодные есть? Идите место ищите. Ладно, идите давайте. Тут красиво, пляжик, цветы, стол. Но лучки сказали, хер вам, плывите дальше. А зачем вы в рукомойник написали? Это там это мыло чай. Жидкое. Мыло жидкое? Конечно. Тут долго, что ли, здесь встать? Поздняк метаться. Проплывайте. Лучки сказали, фиг вам. Мы потихоньку приближаемся к поселку Красномайскому. Течение реки замедляется, русло расширяется, появляются острова, протоки, старицы. Кстати, вы, возможно, не знаете, что такое старицы. Это фрагмент старого русла реки. На картинке все наглядно показано. Для рыбаков, кстати, река тоже очень даже интересна. Здесь обитают щука, сазан, лещ, окунь, карась, красноперка и другие. К
купание в мае 2017. Возможно ли такое? Так и да. Я не могу это делать. Господи, помилуй. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Ой, блин. Нет, ну слушай, я думала хуже. Мамочки. Мамочки. 8 мая Катя искупалась. Как душ? Ну, как? Солнце выглянуло, когда... Когда нужно. Ну, в принципе, можно сказать, это... Да ледяная вода вообще, это же река бежит. Ну, в общем, я думала, что хуже гораздо на самом деле. Более-менее жить можно. Наш уютный лагерь на реке Шлине. Наша стоянка, на кое всегда начинается пьянка. Как жахнем! Как жахнем! Как жахнем! Ура! Когда собирается вместе народ, который упорно стремится в поход, который мы ждем, ну, почти целый год. А это байдарки, в которых идем на стоянку, на кое всегда начинается пьянка. Как жахнем! Да, жахнем! Когда собирается вместе народ, который упорно стремится в поход, который мы ждем, ну, почти целый год. А это тепло от костра исходящее. Для объединения людей подходящее. Когда мы на байдарках придем на стоянку... На кое всегда начинается пьянка... Как жахнем! Когда собирается вместе народ, который упорно стремится в поход, который мы ждем, ну, почти целый год. А это вот два знаменитых кана. Макарон и борща, которые мы дружно съедим сообща, когда... На байдарках дойдем до стоянки, на кое всегда начинается пьянка. Как жахнем! Когда у костра соберется народ, который упорно стремится в поход, который мы ждем, ну, почти целый год. А это... А это кусочек чудесного сала. Как жахнем! Которого сколько нарежь, будет мало. Когда на байдарке дойдем до стоянки, на кое всегда начинается пьянка. Как жахнем! Когда у костра соберется народ, который упорно стремится в поход, который мы ждем, и почти целый год. Это по кружкам разлит алкоголь. Как жахнем! Как жахнем! Который до донышка выпить изволь. Как жахнем! И загрузить расчудеснейшим салом. Как жахнем, как я по инструкции его выполняю. Которого сколько не режь, будет мало. Когда на байдарке дойдем до стоянки, на кое всегда начинается пьянка. Как жахнем, лежать! Когда у костра соберется народ, который упорно стремится в поход, который мы ждем почти целый год. А это... Матумба. Ну что-то такое, что в воздухе вьется. Когда сразу в руки гитара берется. Чтоб спеть сотни песен, которые знаем. Но только десяток из них пропеваем. Когда пропиваем вовнутрь алкоголь... Как жахнем! Который до донышка выпить изволь. И закусить ароматнейшим салом. Которого сколько не режь, будет мало. Когда на байдарках дойдем до стоянки, на кое всегда начинается пьянка. Как жахнем! Когда у костра соберется народ, который упорно стремится в поход, которого ждем почти целый год. За поход, который ждем целый год. Ура! Ура! Следующий походный день у нас очень короткий. Быстренько завтракаем и на воду.
Наши главные походники приняли решение сделать так называемый волок в одном месте. Так как река делает большую петлю, а во время прогулки они нашли узкое место, по которому можно протащить байдарки, решили это и сделать. Это не обнос, это волок. Волок. Это мы срезаем петлю, здесь 50 метров земли, да. А крюк по воде. Это а что такое? Древний волок. Так эти викинги ходили. То есть обнос от волока чем отличается? Обнос, когда река завалена, ты обносишь там препятствия. А волок это когда просто сушишь. Когда тебе просто лень. Когда тебе просто лень, да. Тяжело? Очень. Не падайте. Кстати говоря, не все решили заморачиваться с волоком. И, как оказалось, по времени прошли быстрее, чем волокущие. А мы уже совсем близко к конечной точке маршрута. Мы прибыли на место встречи с автобусом даже раньше, чем планировали. Что, Алексей, как вам компания? Шикарно. Было забавно, весело. Забавно? Конечно, забавно. Кто самый веселый был? Алена. Алена? Алена. Лицо что-то такое. Вот так. Не понравится это. Та была с околицей. И с площади. Да, а нам с площади нужно. У нас в этом году очень оперативные сборы. Да? Как-то все так раз и все собрались. Обычно разлимон, потихонечку, медленно. Уж я не знаю, с чем это связано. С хорошей погодой или с настроением таким боевым. Да, Светик? За 4 дня научились. Вот такой у нас веселый ежегодный майский поход. Скажите честно, а вы готовы так проводить свой отдых или считаете это сумасшествием? Ждем ваши пальцы вверх и, конечно, подписывайтесь.